яблони еще продолжают висеть. Просто слово «дозревать», но не поворачивается язык. 10 декабря вообще-то, да? Вот такой феномен. И рядом с ним дерево с желтыми яблоками. То есть такое впечатление, что это учреждение может себя обеспечить действительно на всю зиму. Не надо никаких ящиков и подвалов, да? Яблоки на снегу. Яблоки на деревьях. В декабре. Это, кстати, после мороза. После снега, который был 1 декабря. Собираю урожай декабрьский.